Хэй гайс, всем ученики, мы продолжаем проходить игру под названием Понивание. Ну, слушайте, у нас, в принципе, уже пошла развилочка. Мы можем пойти к чувачкам на тренировочку. Ну, я думаю, сначала магазинчик забежим. У нас здесь 1000. Левелап, либо я могу купить сразу. Ну, как я понимаю, мне лучше броню закупить новую. А, да ладно. Ну ладно, плевать. Фидалист, культист. Эх, блин, а что делать? Я бы купил. Давайте купим. Хлысты, они быстрее, чем обычные, поэтому... А, стоп, мне еще воду надо купить у него. Кстати, денег больше нету. О, прикольный эффект. Так, в своих путешествиях вы можете столкнуться с более сильными версиями врагов, с которыми вы сражались ранее. Вы можете идентифицировать их по их разной окраске. Так, будьте осторожны, помимо получения большой высокой характеристики, некоторые из них могут даже выполнять новые атаки. О, это хорошо, что меня предупредили. Ну, пойдемте сразу тогда в тренировочный зал. Эй, так ты и решил проверить наши тренировочные площадки? Вы можете попробовать на... Имейте в виду, это тренировочный зал для наших элитных охранников. Это проверка грубых навыков. Так что это означает, что приемы апперкоты и абстракции запрещены. Если вы думаете, что справитесь, то удачи. Давайте попробуем. А. Кажи, сейчас чуть кто-то не сдох. А, так я не могу, я понял. Меня смущает то, что я сейчас сдохну. Ладно. Так, ну меня ж там по-любому поджарят, так ведь? Так, какого черта? Ладно, бог с ним. На этот раз хотя бы не так много урона получил.
понял. Хотя... Но это лучше в натуре предмет, чтобы пройти вот это все. Черт, он меня байтит на урон. Вот какой теперь должен быть шанс, чтобы туда попасть? Я не понимаю! Я хочу пройти эту тренировку. Пиздец. Так, у меня есть одна попытка. Вот это, знаете, мне чем-то напоминает. Помните, игра раньше была, типа шарик? Хорошо. Поздравляю, вы сделали это, пройдя все испытания. Твое время в этом забеге было 2 минуты. Возвращайся обратно, если хочешь попробовать еще раз. Только я не пойму, а для чего мне пробовать снова? Это уж не новый, я это уже прошел. Ладно, погнали. В пустыне точно стоять.
Вау, что-то новенькое. Так, везучий клевер. Мумии. Уничтожаемые камни, которые говорили. Будут камни, будут камни. За всю игру я еще ни одного не нашел места. А прикиньте, там, где небеса были ломаемы. Я ж могу пойти и вниз атаковать. Я не идиот, я вижу, что это плохая гаргулия. А, да ладно. Серьезно. О, да ладно. Так, и куда мне лучше идти? Так, я осознаю тот факт, что я могу пойти сюда. О, я нашел наконец-то. Стену, которая ломается, но почему-то она не открылась. О, ничего себе. Ну, везде по одному. Блин, в чем прикол, если я вниз упаду? Ну, я смотрю, что туда можно упасть, как бы.
типа я спас ее. Я видел, что я кого-то через стену убил. Чёртова мандрагора. Так, ну что, босс, погнали. Так, а давай я, наверное, использую спелл, знаешь, какой? А, стоп. Воу! Ой, котенка убил, ё-моё, зачем? Наконец-то. Enemy, поехали. Хотя Enemy я могу оставить на следующую серию, потому что, скорее всего, это будет коротко, поэтому мы почитаем боссов. Поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и всем пока.